Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Розмова на тему». І сьогодні ми будемо говорити про життя молоді і про ті заходи, які плануються проходити в області. Поговоримо ми сьогодні із нашим шановним гостем. У нас в студії Микола Смоквіна, виконуючий обов'язки начальника управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я вітаю вас, пане Миколо, у нашій студії. Минулого разу ми з вами зустрічалися і говорили про те, що незабаром відбудеться конкурс, відбір програм, які і регламентуватимуть роботу вашого управління на найближчі 5 років. Чи завершена ця робота, чи є вже програма, і коли ми можемо чекати на її затвердження? Да, смотрите, в цілому програма вийшла на свій завершальний етап. От на ближайший сесії обласного совета вона буде утверджена. Вот, по большому счету, мы уже на сегодняшний день прошли все инстанции. То есть, прежде чем как я уже говорил, были собраны абсолютно все предложения, которые, скажем так, захотели видеть и структурное подразделение областной администрации, и территориальные органы министерств. То есть, все те, которые тем или иным образом относятся к, скажем так, разделу, да, реализации молодежной политики в регионе, они дали свои предложения. После этого мы это все собрали в единое целое, показали, получили одобрение, и уже непосредственно самый интересный этап – это принятие этой программы. Почему? Потому что она рассчитана на 5 лет. Это будет, скажем так, нашей настольной книгой, не только нашей, и в принципе всех, опять же, тех структурных подразделений, которые каким-то образом влияют на, опять же, реализацию молодежной политики в регионе. Это не может не радовать. Почему? Потому что мы идем абсолютно в сроки. То есть, как бы, вот, мы, конечно же, нам было проще. Почему? Потому что мы подстраховались тем, что была продлена на год действия старой программы. Но все же старая – это старая, новая – это всегда новая. Поэтому мы не стали ждать еще год, а просто взяли и, опять же, решили вынести все-таки новую программу на решение сессии. Якщо говорити про ті, в першу чергу, нововведення, чого нам варто чекати наступні 5 років, будемо сподіватися, що програма все ж таки буде затверджена, тому поговоримо вже саме про цю програму. Які саме нововведення ви включили, чого раніше ми не бачили? Смотрите, по большому счету, ми постарались, опять же, не включити ті пожелання других, скажем так, да, структур мы не могли, поэтому мы в любом случае включали все, что нам давали. Но мы именно по своей сути, мы захотели сделать самое главное. Первое, проанализировали старую программу, для себя поняли, что было, скажем так, не совсем, не в полной мере реализовано, да, то есть проанализировали, почему не было реализовано. И было принято решение, допустим, какие-то неприродные, скажем так, мероприятия, да, вот есть такая поговорка, не вносить просто в новую программу, не засорять ее, а сделать ее более открытой, более прозрачной, более понятной. Почему? Потому что мы ее понимаем со своей стороны, да, как бы как люди, которые ее создавали. Молодежь и общественность может ее читать с другой стороны, то есть может быть что-то непонятно, поэтому для того, чтобы не было вот каких-то непонятных... От каких, например, да, заходов вы відмовились, вот, в новой программе? Конкретно, смотрите, мы рассматривали не просто мероприятия, мы рассматривали разделы. Вот. И, скажем так, говорить конкретно о каких-то мероприятиях, от которых мы отказались полностью. Вот. Мы тут, ну, сложно. Если, допустим, опять же брать там те наши многолетние фестивали, там «Молодое лицо Украины» или «Золотая арфа», вот мы, это конкурс молодых литераторов «Золотая арфа». Мы, это всеукраинский конкурс? Да, он проходит на Миколаївщині, да, но частина всеукраинского, да, как часть, но в любом случае, как бы, эти конкурсы просто, ну, взять и обойти их невозможно. Почему? Потому что это действительно конкурсы, которые проводятся на всей Украине, по всей Украине. Но конкурсы, скажем так, которые дублировали вот эти мероприятия, да, которые проходили просто в рамках, ну, как бы, на местном уровне, да, и потом каким-то образом пытались вклиниться опять же в эти всеукраинские конкурсы, ну зачем? То есть не стоит этого делать, поэтому вот в этих форматах мы пытались отойти. Почему? Потому что, во-первых, появилась новая, абсолютно новый, не то, что он не совсем, скажем так, новый, он стал глобальным раздел патриотическое воспитание молодежи, да, то есть который
были включены, скажем так, масса, вот просто направления, да, как бы, причем что такое программа? Программа – это костяк, да, это план к действию, на основании которого потом мы это все будем реализовывать. То есть, каким образом это уже будет реализовываться, мы уже будем смотреть. Или это будет реализовываться в формате проведения массовых фестивалей, конкурсов, флешмобов, то есть, либо это будет формат тренингов, либо это будет формат какого-то семинара обучения. Почему? Потому что в любом случае наши мероприятия мониторятся министерством, и министерство иногда желает поучаствовать вот в наших мероприятиях с привлечением своих специалистов и с привлечением, опять же, представителей молодежи из других регионов. Все ж таки, дивіться, попередня програма, якою ви керувалися минулі роки, вона розроблялася понад 5 років тому, тобто 6 років, будемо говорити, тому. З того часу дуже багато нового з'явилося, власне, в житті молоді. Ті ж флешмоби. Ну, припустимо, 6 років тому це було не розповсюджене явище, про нього багато хто навіть не знав. Різноманітні такі заходи, невеличкі, неформальні, вони так само не користувалися популярністю не тільки у нас, а й взагалі по Україні. Сьогодні вони набирають потужності, набирають обертів. Це враховано у програмі? Звісно, ці моменти обов'язково учтены. Но самое главное то, что наконец-то мы имеем концепцию, общегосударственную концепцию, которая опять же рассчитана также на 16-20 годы, где четко выписаны конкретные критерии. Да? То есть сегодня можно понять, то есть если какая-то организация, да, изъявила желание провести какое-то массовое мероприятие, можно просто-напросто открыть концепцию, открыть программу и посмотреть. В каком формате нужно проводить это мероприятие, сколько нужно людей привлекать для того, чтобы это мероприятие вышло на тот эффект, от которого мы ожидаем, выставить приоритеты и его сделать. Поэтому в этом плане нам стало намного проще. Почему? Потому что очень долго бились над тем, чтобы просто конкретно выставить, вот именно вот, чтобы не связывать приоритет патриотическое воспитание молодежи с, допустим, там, с поиском талантливой молодежи, да, как бы по логике может, и там вроде бы как, если брать формат, там, допустим, проведения концерта, да, как бы и там, но здесь, если речь идет о национальном патриотическом воспитании, здесь уже должны быть немного концерты формата патриотической песни, как бы, ну, то есть более своей, скажем так, особенной тематики, то, скажем так, в проекте просто поиска талантливой молодежи, мы дадим возможность раскрыться человеку, скажем, в любом жанре. Вот. Тобто можливості для розвитку, конечно, на сьогодні будуть, да, надані. То есть в любом жанре, да. Это, опять же, это такие позитивные моменты. Одним из позитивов можно, опять же, сказать о том, что уже мы подали от области 11 проектов программ молодежных и детских организаций, которые будут рассматриваться комиссией министерств. Вот, как правило, такая комиссия создается каждый год до 30 мая. Эта комиссия рассматривает все эти предложения и потом уже принимает решение финансировать их, либо отклонять, либо отправлять на доработку. То есть, ну, это, скажем так, тот момент, над которым мы не влияем. Комиссия киевская принимает, ну, как бы решение самостоятельно. Но в любом случае, по большому счету, если проект интересный, то он не обходит стороной. Естественно, перед реализацией проекта существует масса, скажем так, нормативных урегулирований. Это, опять же, вопросы, связанные с правильной подачей этого материала. Вопросы, связанные с правильным оформлением финансовых запросов, да, которые, то есть, выставляет организация для проведения того или иного мероприятия. Почему? Потому что особенности каждого региона, ну, условно говоря, в одной области аренда может стоить одних денег, в другой области аренда может стоить других денег. Вот. Опять же, мы не должны забывать о том, что министерство в соответствии со своими нормативными документами финансирует эти все мероприятия на 75%. То есть Решта долучаются спонсорские, да, кошты. При подаче всех этих проектов именно в министерство, организация должна показать именно свои, неважно где, ну, откуда они будут браться, да, как бы, но важно, чтобы они увидели, что, да, действительно организация будет
Свои 25%. Организационную и финансовую спроможность. Да, да, организационную и финансовую самостоятельность они показывают. Опять же, они показывают, на какие статьи расходов будут эти все тратятся деньги. И еще один немаловажный момент, тот, что министерство, оно работает в формате авансирования, но последнюю сумму оно выделяет непосредственно перед тем, как после проведения мероприятия будут поданы творческие и финансовые отчеты. То есть об этом тоже нужно не забывать. Я думаю, ця інформація зараз надзвичайно корисна для тих, хто планує проводити якісь масштабні заходи, та навіть і не масштабні на території Миколаївщини. Тому що в будь-якому випадку любое мероприятие оно підразумеває собою и транспортную перевозку, и организацию места проведения. То есть это и вопросы, связанные с арендой сцен, с арендой звукотехнического оборудования. В конце концов, аренда и мест проживания, если это речь идет о формате всеукраинского, допустим, или форума, или там еще какого-то мероприятия. То есть, опять же, та же самая канцелярия, то есть это все моменты, которые учитываются вот в этих всех формах и в этих процедурах. Вот. Почему? Потому что я всегда нацелю ребят, которые они всегда верят в министерство, они всегда с боем подают документы, они горит огонь в глазах, потому что да, мы готовы, вот действительно смотришь интересное мероприятие. Вот. Но я всегда нацелю на то, что нужно изначально правильно, очень четко формулировать свою цель, очень, очень четко, очень правильно выписывать финансовую составляющую для того, чтобы комиссия министерства приняла этот проект к рассмотрению и потом уже утвердила его финансирование. Потому что никакой другой способ повлиять на министерскую комиссию никто не может. Оскільки ми вже говоримо про організацію заходів з конкретними рекомендаціями для організаторів, за який час краще подавати заявки на подібні заходи, щоб все відбулося своєчасно і не було аврало, так як, на жаль, часто в нас буває? Смотрите, в этом году, если брать 202-й прошлогодний приказ министерства, в прошлом году, в принципе, до 30 мая эти все документы просто свободно принимались. В этом году немножко уменьшены были сроки. Более жестко. В принципе, они уже 1 февраля закончены. Но я думаю, что это был предварительный такой, скажем так, просмотр того, что было подано. Почему? Потому что пока на сегодняшний день именно приказа о проведении конкурса проектов программ в 2016 году, я еще на сайте министерства не видел, как бы он нам еще не приходил, но я думаю, в ближайшем будущем он понадобится. Опять же, особенностью стало то, что, скорее всего, министерство расставит приоритеты именно на южные регионы Украины. То есть, и я думаю, что наравне с Херсонской и Одесской областью мы в этом году будем просто вот... Нам можно очікувати на безліч цікавих заходів. Скажем так, да, множество мероприятий. Ви сказали про те, що програма, яку на затвердження якої ми чекаємо, передбачає таке дуже серйозне поглиблення патріотичного виховання. В той же час хочеться спитати, чи враховується популяризація саме Миколаївщини? Тому що сьогодні ми бачимо значну співпрацю між регіонами. І в той же час ми бачимо, що кожен регіон намагається популяризувати свій край, свої якісь принади, развивать местный туризм. Як щодо популяризации Миколаївщини? Абсолютно правильно. Вы знаете, я скажу, что по большому счету в любом случае вся наша работа нацелена на популяризацию и развитие Николаївської області. Это, ну, если скажем так, делегированное полномочие. Поэтому есть программа, нет программы. В любом случае все действия они направлены на то, чтобы привлекать в Николаївську область, рассказывать о Николаївській области, рассказывать об особенностях, рассказывать о приоритетах и давать понять, почему именно у нас, почему мы хотим именно сделать вот то или иное мероприятие. Я вот, опять же, к слову сказать, не буду пока говорить, какое мероприятие в прошлом году проходило в Херсоне. Вот, общими усилиями с организацией мы хотим, в принципе, провести это мероприятие. Да. Хотим провести у нас летом на Николаївщині. Но, зазвичай у нас більшість заходів відбувається все ж таки в теплий час, починаючи десь з другої половини квітня і вересень. Так? Ну, десь вже вересні ми закінчуємо. Це туристичні фестивалі, це творчі фестивалі. Можливо, є щось, що ви можете запропонувати раніше або пізніше, окрім цього пікового сезону? Смотрите, раніше або пізніше
проходят, скажем так, мероприятия, которые не носят формат, да, фестиваля или формат концерта. Не масштабный такой характер. Да, они в целом носят масштабный характер, но они больше носят формат семинара-тренинга. Угу. Вот, или вот семинара обучения, то есть что-то в этом роде. Ну, знаете, это много зависит, опять же, от финансовых факторов. Почему? Потому что не зря же то же министерство только собирает предложения до 30 мая, да, как бы в июне они их рассмотрят, начнется финансирование тех проектов, которые прошли, жесткий отбор. Может быть, и поэтому и подаются, и те люди, которые ежегодно участвуют в этих конкурсах проектов, и они уже, составляя программу к действию, свою программу, они уже ее подгоняют в любом случае под летний период, понимая о том, что первое полугодие сначала будет идти планирование, потом будет идти обобщение, потом будет принятие какого-то решения по тому или иному вопросу. И вот поэтому как бы оно в формате взаимодействия всех этих факторов и получается так, что действительно большое количество мероприятий проходит в летний период. Но опять же, давайте не будем забывать, что летний период – это каникулярный период. То есть не нужно студентов выдергивать из-за парт, отрывать от подготовки к экзаменам и сдачи своих отчетов. То есть это действительно время свободного полета, где каждый представитель активной молодежи, прогрессивной, может принять участие в мероприятии, которое ему нравится. Але, до речі, про зміни. Знову ж таки, дивіться, якщо говорити про школярів старших класів, зараз терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання і термін вступу відрізняються від того, який був 5-6 років тому. А це означає, що і вільний час має інші часові рамки у цієї категорії молоді. Це теж враховано вже в програмі? Враховано, по большому счету, все. Вот. К сожалению, понятное дело, мы не можем, ну, скажем так, учесть абсолютно все, да, как бы, аспекты. Но, опять же, он, вот этот, скажем так, немного иной временной отчет, он уже, ну, он просто само собой природно отобразился и сдвинулся, да, на какие-то определенные моменты. Вот. Опять же, если отойти от программы, да, как бы молоди и вернуться к вопросам оздоровления, то на сегодняшний день, ну, вот опять же, 9-11 класса, да, как бы, как правило, эти дети, ну, сказать, что они вообще не оздоравливаются, но они оздоравливаются, ну, немножко в меньшей степени. Ну, тому что, особливо степени. 11 класс, да, поки ЗНО, да, поки вступ, да, и вже літо закінчується. Немного другие приоритеты, да. Немного другие вопросы, проблемы. Никто, понятное дело, не закрывает перед ними двери, пожалуйста. Ну, опять же, вот, то есть, вот в этом контексте немного другие моменты. Оскільки ви вже самі порушили цю тему, я розумію, що трохи завчасно про це говорити, але насправді часто не дуже швидко. Як триває підготовка до оздоровчого сезону цього року? В конце этой недели или же крайний срок в начале следующей недели выходит распоряжение губернатора о комплексе мероприятий по выполнению областной программы оздоровления и отдыха детей. Самым главным, хочу отметить, включены дети, родители которых, один из родителей погиб в зоне АТО, включены дети участников АТО, включены дети-переселенцы, включены дети, родители которых пострадали, получили инвалидность во время акции массового неповиновения. Вот, то есть это громаднейший шаг вперед. Вот. В прошлом году в конце прошлого года вышли изменения в статью 1, статью 24 закона Украины об оздоровлении и отдыхе детей, что дало нам возможность привести свои нормативные документы на региональном уровне, опять же, в соответствии с законом. Вот. Дальше предстоит очень серьезная работа. Почему? Потому что много таких людей проживают в Николаевской области, да, то есть здесь будет подключаться городское управление семьи и молодежи. Почему? Потому что, как бы, ну, территориально они вроде бы как должны больше уделять внимание этой категории людей. Наша задача, мы начинаем мониторинг, сколько все-таки таких людей проживает по всем районам Николаевской области, и уже исходя из этого будем корректировать квоты путевок для того, чтобы именно вот обеспечить оздоровлением именно вот эту категорию детей, но которые проживают все-таки в
районах области. Почему? Потому что, опять же, проанализировав ситуацию, мы поняли, что мы очень большое внимание уделяли все-таки городу Николаеву, да, как бы, ну, в силу, опять же, объективных причин. Ну, звичайно, все ж таки, військові частини, да. В першу чергу, це мешканці Миколаєва. Да, поэтому, как бы, мы, опять же, посмотрим, кто... Где на данный момент будет находиться, и будем уже принимать какое-то конкретное решение. Но опять же, исходя из всего этого, в любом случае к нам идет больше людей с обращениями, так как мы находимся на территории Николаева, то есть и мы обязаны принимать эти заявления к сведению и, естественно, положительно на них реагировать. Никто не собирается никому отказывать, естественно, в рамках тех возможностей, которые нам будут предоставлены, мы, естественно, постараемся обеспечить оздоровлением всех. Мы уже поставлены задачи в те районы, в которых находятся районные лагеря. То есть, опять же, основное внимание уделить как раз именно вот этой категории. То есть, будем помнить по максимуму. Большое желание всех вывести на море. Это естественно. Ну так, звичайно. Это естественно, но... Я бачу Приморский край, все да, ж таки. Да. То есть, мы не боги. Мы в рамках вот всего этого комплекса мероприятий, опять же, будем ходить по спонсорам, будем просить, будем рассказывать, для чего это нужно. Ну, по большому счету, сегодня уже рассказывать никому не надо о том, что делается благое дело. В принципе, все с пониманием ко всему этому относятся. Единственное, опять же, ну, скажем так, с каждым годом растет стоимость путевки, она растет повсеместно. Вот буквально сегодня я смотрел, прислали информацию с министерства о ценовой политике, которая будет проходить в центре «Молодая гвардия». Естественно, достаточно, если в прошлом году ценовая политика, она отрезняла, скажем так, отличалась от 2014 года, ну, скажем так, гривен на 12, то... Не суть. Особенно, да, оно не влияло на общую стоимость путевки, то сегодня вот путевка подорожала на 43 гривны в день. То есть, по большому счету, если взять, да, оздоровление 21 день, то путевка достаточно серйозно подорожала. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки можливість знайдеться і всі категорії, які ви перелічили, в першу чергу, а також і багатодітні діти, а також діти з неповних сімей, так само отримають можливість дійсно оздоровитись на території Миколаївщини. Ми теж надіємося на це і будемо робити все, що від нас залежить, в тому числі і не тільки надіясь на средства місцевих бюджетів, а опять же обращаясь к фондам, обращаясь к предприятиям, бізнесу. Вот с просьбой о том, что все-таки летний период, это, опять же, период отдыха, веселья детей. Опять же, в контексте того, что много раз я говорил, что тяжело нам выходить на те показатели в связи с тем, что отсутствует, скажем так, функции фонда соцстраха, да, которые вот, брали на себя такую, скажем так, неплохую долю оздоровления детей застрахованных. Вот, и поэтому вот в любом случае мы принимаем все как есть, то есть мы работаем в новом законодательном поле и уже опираясь на новое законодательство, виходимо із сложившейся ситуації. Я дякую вам за відповіді, дякую за сьогоднішню зустріч. На жаль, не все встигло обговорити, що було заплановано, але час програми спливає дуже швидко, тож я буду чекати на нашу наступну зустріч вже після того, як програма буде затверджена і ми зможемо поговорити про конкретні заходи на поточний рік. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із паном Миколою Смоквіною, виконуючим обов'язки начальника управління по роботі з молоддю Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації. Я дякую вам за те, що ви були з нами протягом цієї програми. Залишайтеся надалі з телеканалом Миколаїв. На все добре.